Чуваши отметили федеральный Сабантуй. Главные торжества развернулись на Красной площади Чебоксар. А у монумента матери-покровительницы в этот день даже появилась татарская деревня. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. От разнообразия костюмов на столичном Арбате разбегаются глаза. Чуваши, татары, мордва, марийцы сюда показать свою культуру приехали представители большинства проживающих в республике народов. Почетных гостей встречают с подносом чак-чака, караваем и чувашским квасом. Добро пожаловать в гостеприимную солнечную Чувашию. В день Сабантуя Арбат – одна сплошная концертная площадка. На каждом квадратном метре поют и танцуют артисты двух регионов. Рустам Миниханов во время прогулки по городу с особым интересом изучал достопримечательности. Вот это, наверное, знак дружбы чувашско-татарского народа. Несмотря на плотный рабочий график, гости посетили и город мастеров. В нашей вышивке вы уже, конечно, знаете, что это и мировоззрение, и миропонимание чувашского народа отражалось в свое время. Сейчас, конечно, она носит достаточно большой эстетический характер. Она характерна тем, что двусторонняя. Старт федеральному Сабантую дали на Красной площади. Глава Чувашии и президент Республики Татарстан отметили вклад местной диаспоры. Лучшим из лучших вручили госнаграды. С праздником Рустам Миниханов поздравляет на двух языках. Михаил Василиула. Здесь проживает 34 тысячи татар. Они здесь работают, просветают. И многому мы сюда возим наших татар и показываем, как надо вот работать и жить. Я хотел бы поблагодарить, Михаил Васильевич, вас, вашу команду за прекрасную организацию этого праздника на самом красивом месте. По мосту дружбы в татарское подворье. У подножия монумента возвели традиционную татарскую избу, чтобы показать соседям быт и культуру. Сабантуя можно было и призы увести. Ловкачи взбирались на бревно и бегали в мешках. Силачи поднимали гири и боролись на татами. Это национальный вид спорта – кереш. Федеральный Сабантуй отметили 18-й раз. Эстафету праздника плуга регионы принимают друг у друга. Переходящий символ Тулпар-Ат Чувашия получила у Астраханской области. В Чебоксары на Сабантуй приехали гости из более чем 40 субъектов страны. Для нас это высокая честь проводить этот праздник. Почему? Потому что это наша культура, российская культура. И у каждого народа есть своя культура, свои традиции, свои обычаи, которые являются многогранной, уникальной культуры многонационального народа. Такие праздники, говорят руководители субъектов, сближают регионы. Между республиками налажены крепкие связи. Мы поставляем машиностроительную продукцию, продукцию нефтехимии, получаем более 2 миллиардов продукции Чувашской республики. И вот мы сегодня посетили одно из современнейших предприятий, электротехники. Целый кластер создан здесь. И очень конкурентный продукт. В следующем году главы регионов договорились провести совместно и всероссийский праздник чувашской культуры УЯВ. Не исключено, что его отметят в Казани. Ну а гости из Татарстана оценили гостеприимство местных жителей. Слова общие есть, поэтому нам как свои в городе, в своем городе себя ощущаем. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.